в Астрахани. На базе приходского социального проекта «Твори благо» продолжается социально-благотворительная акция «Чистый дом». Суть проекта «Чистый дом» заключается в оказании бесплатной помощи по уборке помещений, где проживают одинокие пожилые люди. В процессе уборки, кроме бытовой помощи, пожилые люди, имеющие, как известно, узкий круг общения, могут пообщаться с помощниками, таким образом получив не только физическую поддержку, но и психологическую. Если вы хотите присоединиться к деятельности проекта «Твори благо», как доброволец или благотворитель, если у вас есть знакомые или пожилые родственники, которые нуждаются в помощи, звоните по телефону 8-85-12-99-98-90.